Каринатурис представляет. Привет, ребята! С вами снова я, Карина. Сегодня я вас научу плести браслетик из резиночек. Он не сложный, даже очень легкий. На вид он только кажется сложным, но он только так кажется. Он называется цепочка. Ну что, погнали! Так, это нам сегодня понадобится для более сложных браслетов, которые только понадобятся. Так, вот такие вот у нас резиночки. Это вот у нас большой станок. Это у нас маленький станок. Это у нас крепление крючки. Это вот крючки для плетения. Так, берем любую резиночку. Ее вот так вот восьмерочкой делаем и на два пальчика, на указательный и на средний. Потом берем следующую резиночку. Берем крючок. Осторожненько нижнюю красную резиночку берем этим крючком и ее наверх, над зеленую. И со второй также. Потом берем следующую резиночку, ее тоже сверху на пальчики на эти же одеваем. Так вот. Только уже не восьмерочкой. И зеленую резиночку над этой желтенькой резиночкой. Потом берем красную резиночку и желтую резиночку на красную надеваем. Вот так вот, осторожненько. Главное не торопиться. Подтягиваем вниз. И вот так вот берем этими вот двумя пальчиками. Безымянным и мизинчиком. Потом берем зелененькую резиночку и надеваем на пальчики. И красную резиночку теперь провязываем вот так вот. Затем желтенькую резиночку мы тоже ставим, навязываем так вот сверху ноликом. И зеленую резиночку над желтой. Затем опять красненькую. Потом зеленую берем, красную на зеленую надеваем. Затем берем желтенькую. Затем опять красную. И так вот у нас идет чередование. Красное, зеленое, желтое. Так вот, очень плавно это главное делать. Прям очень осторожненько. Подцепляем желтенькую резиночку и ее осторожненько на красную. Вот так вот. Потом вторую желтую тоже на красную. Потом берем следующую резиночку. Хочу сделать два красных. Красную на красную, красную на красную. Затем берем зеленую и продолжаем наше чередование. Осторожненько так вот. Желтую берем. Оп, и надеваем. Затем берем и подтягиваем вниз. Затем берем красненькую. И так продолжаем дальше. Хоп. Теперь проверяем, как на мне будет давить ли. Сейчас проверяем. Ну, можно еще чуть-чуть подделать ли. Так, желтенькую резиночку надеваем. Оп, и оп, осторожненько делаем все это. Затем следующую надеваем. И также продолжаем дальше чередование. Главное все это делать очень осторожно и очень плавно.
проверим теперь. Мне будет ли Динару давить. Вот уже не давит. Сейчас я возьму последнюю финальную резиночку. Затем мы с вами открываем крючки, крепления. Посыпаем их. Затем эту беленькую резиночку, которая последняя у нас была. Ну, я вам лучше вот такую резину покажу. Вот. Берем ее. И с одного пальчика на другой пальчик надеваем. И снимаем потом. Вот хоп. И крючком закрепляем. Отпускаем. И из которой резиночки мы с вами начинали, мы тоже ее натягиваем. Сначала подбираем, потом натягиваем. И тоже закрепляем. И вот такой вот браслетик у нас получился. Сегодня я вам показала, как делать простой браслет, который называется цепочка. В следующем ролике мы усложним задачу и будем делать браслет рыбий хвост. Я вам сейчас его покажу. Он вот такой вот у нас будет. Сложнее. На сегодня все. Не забудьте оценить видео, оставить комментарий и подписаться на мой канал. До скорых встреч, ребят! С вами была я, Карина. Пока-пока! Карина Тойс. Продолжение следует.